Уважаемые дамы и господа, мы приветствуем вас на очередном выпуске передачи к теме Эбола-эпидемии. Сводом международного чрезвычайного положения в связи с эпидемией лихорадки Эбола, эпидемиологами ВОЗ были учреждены различные меры. Согласно СМИ, государства, в которых распространяется Эбола, обязаны их реализовать. К этому относятся в частности и следующие меры, которые уже реализованы. Глава государства должен провозгласить чрезвычайное положение в стране. В международных аэропортах, портах и больших пограничных пунктах всех людей должны тщательно контролировать. При наличии признаков инфекции выезд должен быть запрещен. Массовые мероприятия должны быть перенесены на другой срок. После определения этих мер генеральный директор ВОЗ Маргарет Чен объявила, что она полностью приняла рекомендации чрезвычайной комиссии, и тем самым эти по международному праву обязательные предписания вступают в силу. Уважаемые дамы и господа, кем же является ВОЗ, что берет на себя право вводить обязательные международно-правовые нормы? Всемирная организация здравоохранения, коротко ВОЗ, это международная организация, неизбираемая народом. Однако их рекомендации стоят выше рекомендаций избранных народом правительств и также выше органов здравоохранения отдельных государств. Не только при Эболе, но и в других областях, как, например, в случае прививок, все больше возрастает внедрение государствами рекомендаций ВОЗ без предварительного опроса населения. Вспомним, как это было при свином гриппе в 2009 году. ВОЗ объявила тогда статус пандемии во всем мире, вследствие чего каждая страна была вынуждена покупать на деньги налогоплательщиков дорогую вакцину. Фармацевтическая промышленность получила прибыль, однако в одной только Германии в результате купленных, но не использованных ампул с вакциной возник ущерб на 245 миллионов евро. Примечательно то, что ВОЗ, ответственный за Эболу и за провозглашение международного чрезвычайного положения, это те же самые личности, которые уже при свином гриппе принесли фармацевтической промышленности огромные доходы. Маргарет Чан и доктор Кайди Фукуда. Уважаемые дамы и господа, необходимо и впредь на международном уровне исследовать предписания и меры, предлагаемые ВОЗ, и позже оценить их и проанализировать. Эпидемии можно прежде всего предотвратить и угасить через чистую воду, гигиену, хорошее питание и через зрелых, мыслящих и заботящихся о своем здоровье граждан. Как дополнение к нашему актуальному репортажу, мы предлагаем вам в заключение посмотреть короткий фильм от Хан Столцен «Эбола. Генетическая полевое испытание Пентагона». Вы также можете его найти по данной ссылке. До свидания.